Всем привет, дорогие друзья, зрители и подписчики. В сегодняшнем видео хочу вам показать вам еще одну посылочку, которую я сегодня получил. В этом видео хочу вам показать вам Powerbank. Powerbank с поддержкой Qcharge 3.0. Сейчас мы, в общем, распакуем и посмотрим. Итак, друзья, вот так вот выглядит у нас упаковочка этого Powerbank. Как видите, все довольно стильненько, такая очень тяжелая. Это у нас модель на 20 тысяч миллиампер, как видите. Но, конечно, если кто знает, что 20 тысяч миллиампер у китайских, это идет на 3,6 или 3,7 вольт. Китайцы так считают. Не знаю, у них, наверное, вся электроника на таких вольтах работает, что ли. Или это просто маркетинг. Потому что, если переводить на наши вольты, на 5 вольт у нас большинство электроники работает, то ну, это будет где-то 12-14 тысяч миллиампер. Вот. Сзади у нас есть какая-то информация. Это у нас модель ВСПБ-303. То есть в народе называют еще по-другому терминатор П3. Ну, в общем, вы смотрите сами. Я не буду это сильно долго растягивать. Подходит к большинству телефонов, так как мой телефон с поддержкой быстрой зарядки, то мне пришлось покупать еще один Powerbank на Qcharge 3 с поддержкой быстрой зарядки. Так, в середине еще одна такая упаковочка. Упакована очень солидненько, все хорошо приехало. Продавец очень хорошо все среагировал, быстро отправил, быстро доставили. Он довольно большой такой, тяжеленький. Холодненький, вообще эта часть вот эта металлическая, наверное, она холодненькая сильно. Сразу, как видите, у нас сенсор идет на 19, не, правильно так смотреть, 61% у нас зарядки идет. И сенсорная панелька, просто коснулись и оно включилось. Так же самое выключить, только дольше, наверное, нужно держать, не помню точно, ладно. Вот, как видите, у нас синяя, это у нас идет на USB 3.0, обычная зарядка, но уже 3.0, а не 2.0, как обычно. А оранжевая вот у нас с поддержкой быстрой зарядки Qcharge 3.0. Также у нас идет Type-C выход. Можно заряжать сразу же отсюда, если, ну, то есть два устройства одновременно, или даже три устройства одновременно можно заряжать. И также есть еще вход microUSB. То есть Type-C, как видите, у нас вход и выход, это можно использовать и так, и так. И вот эти два разъема. Пластик такой, в принципе, симпатичный, но непрактичный, могу сказать. В принципе, я не помню сильно Powerbank, у которого сильно хороший корпус был, очень практичный, из дешевых. Это уже, наверное, с дорогих уже более-менее моделей уже такой идет. Но здесь металлическая, греется, наверное, в основном только вот эта часть. Снизу у нас опять же информация идет на 20 тысяч миллиампер. Опять же информация, сколько вольт идет. Пластик стандартный. В общем, корпус такой себе. Будет царапаться, скорее всего. Но, в принципе, я, наверное, все модельки будут царапаться сильно. Алюминий, тем более, походу, быстро царапается очень. Вот у меня, например, еще есть обычный Powerbank на 10 тысяч миллиампер. Тоже от другой фирмы, от Pinning, тоже хорошая, очень хорошая, рекомендую модель, 10 тысяч миллиампер, но здесь нет поддержки Qcharge 3.0, поэтому я купил еще один такой вот с поддержкой их быстрой зарядки. Этот мне очень понравился, он заряжается около 8 часов примерно, может чуть меньше, но его очень надолго хватает, то есть такие вот обычные телефоны, к примеру, без быстрой зарядки, там экшн камеры и тому подобное, в общем, заряжается. Очень надолго хватает его, то есть его еще нужно постараться разрядить полностью, и вот, то есть вообще надолго хватает. Здесь тоже есть экранчик, включили и можно смотреть информацию, тоже 56% осталось. Здесь на 2 USB, то есть 1 ампер и 2 и 1 ампер, и зарядка на вход на 5 вольт microUSB. В общем, очень хороший Powerbank, если кому
тоже приглянулся, можете тоже посмотреть. Вот как видите, модель называется PN963. Она размером с мой телефон, получается, точности была старой, вообще одинаково. Так приложить вместе, ну, то есть положить вместе в карман там или в сумочку вообще было удобно. То есть он, но все-таки телефоны, которые быстро заряжаются, будет заряжать медленно довольно, обычно получается заряжать, что было мне неудобно, поэтому я купил еще один такой вот помощнее, 20 000 мАч с быстрой зарядкой. Потестируем еще этот, посмотрим, что он себя представляет. Модели Winseek обычно хвалят, они довольно хорошо себя показывали всегда. Здесь также есть множество защит, то есть это безопасная штука, прям получается, для зарядки любых устройств. Там, например, такие как защита от перегрева, защита от перезагрузки, защита от короткого замыкания. В общем, надежный такой довольно аппарат, блин, можно составлять себе спокойно аппарат, и он будет автоматически, это умная зарядка, блин, автоматически определять, сколько вашему телефону или там устройству нужно энергии для зарядки. При покупке у меня был выбор между Xiaomi-овском второй версии и вот этой модели, но я все же выбрал эту, блин. Xiaomi-овская, конечно, классная, крутая штука, блин, она чуть-чуть мощнее этой, хотя тоже на 20 000 мА, но ее чуть на дольше хватает, то есть в реальности там больше получается миллиампер идет. Здесь чуть-чуть затратно идет, немножко теряется миллиампер, но я этим пожертвовал, так как он, во-первых, стоит чуть дешевле, во-вторых, здесь есть сенсор, сколько у нас, это мне очень критично было, потому что 4 точечки мне как-то не очень было, сколько там заряда точно осталось, мне нужна более точная информация, чтобы я куда и шел, например, точно рассчитывал, насколько мне его хватит. Поэтому, так как у меня вот этот пиннинг, я уже более привык к нему, я точно знаю, сколько его есть. Например, осталось миллиампер, насколько его еще мне хватит, я вот более-менее уже определяюсь по этой информации. А в точечках как-то это не совсем неудобно. Вот, также у нас здесь есть микро, то есть точнее Type-C разъем, а там не было. И здесь лучше функция быстрой зарядки, чем там. Здесь тут больше поддержки получается. Быстрая зарядка — это очень хорошо. Она может зарядить 72%, к примеру, телефона за 30 минут вообще. Это очень хорошее. Но там, конечно, чем меньше осталось зарядить, тем на больше растягивается времени, конечно, так обычно всегда. Чем если телефон посажен полностью, то он заряжается с нуля практически моментально. А дальше уже под конец уже чуть затормаживается. Но так обычно всегда, это, в принципе, стандартная такая вот работа быстрой зарядки. Очень хороший результат по сравнению с такими, как Xiaomi-овские. Xiaomi-овские оригиналы вообще тоже хорошие, они чуть лучше, качественнее получается, но часто пихают под видом оригинального, блин, какую-то подделку, блин, ничем не отличающуюся, блин, и она столько не держит в реальности, тесты очень много, мало показывают, и стоит гораздо меньше. То есть, если вы выбираете Xiaomi-овский Powerbank, то дешево, не ждите, что он задешево, купите хорошие такую задешево купите хороший Powerbank, потому что, как правило, обычно вот в два раза дешевле, если стоит, например, там за сколько там в магазинах у нас часто продают, в основном только подделки, потому что оригиналы я не видел еще в магазинах, но это разве что в брендированных каких-то магазинах, в обычных там универмагах и тому подобное, только подделки за небольшую сумму эти Xiaomi-овские пауэрбанки. Так что я предпочел именно вот этот. На него подделок я не видел, в принципе. Он свой результат точно показывает. 12 тысяч точно он есть. Так что на 12 тысяч мне довольно надолго его хватит с поддержкой быстрой зарядки. Если у меня на 10 тысяч, этот, который на 10 тысяч, ну, в реальности здесь 7 или сколько там, или даже 6, но его надолго хватает, то этого тем более должно хватать в два раза больше. В общем, так вот. Здесь у нас в комплекте еще были, как видите, идет кабель обычный такой на микро USB, USB для зарядки самого пауэрбанка и какая-то там инструкция. Маленькая так гарантия, я так понял, гарантийный талончик. Да. Визиточка какая-то. Плюс инструкция.
на английском языке. Ну, собственно, тут все понятно. В общем, так вот. Итак, я уже использовал этот Powerbank несколько раз. Действительно, надолго хватает, очень быстро. Ну, в принципе, очень быстро заряжает телефон. Такие, как у меня, например. Очень доволен, на самом деле, товаром. Хорошего качества. Тест показывает реальный результат. Ну, такой, как хороший, в принципе, результат. Для этого Powerbank'а. Так что рекомендовать, в принципе, могу. Нагревается в основном вот эта вот часть. Это практически всегда холодная. Здесь у нас пластик, я так понял, здесь сама батарея. А здесь у нас сама вот эта плата, где у нас все защиты стоят. Здесь алюминиевый корпус получается. Он немного царапается может. Так что старайтесь с ним аккуратно. Или там приобретите какой-нибудь чехол. Или ложите там в сумку, где нет таких металлических всяких предметов. Или просто чехольчик такой, типа мешочек можно носить в него, тоже в сумку. Только могу сказать про него только, в принципе, положительные отзывы. В принципе, очень доволен им. Не пожалел, что его купил именно этот Powerbank. Так что рекомендую брать другим. Ссылку, где я его покупал, скину под видео. Хотите, берите этот, хотите, выбирайте Xiaomi-овский. Ссылочку тоже могу скинуть. И могу ссылочку еще скинуть на этот, где я покупал. Тоже очень хороший продавец, быстрая доставка и очень, в принципе, надежный Powerbank. Вот так вот, в общем. А пока, всем пока, до скорых встреч.